Дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, гусь-санёк, Радекс, Данила, вас обескромник, Миктениш, Серега, пацаны, поздравайтесь. Привет. Здорово всем. Ребята, сегодня вышли очень крутые NPC, которые никогда не были, они были только в пилпаках, а теперь NPC. Five Nights at Freddy's Sister Location и Five Nights at Freddy's Пиццерия Симулятор. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой аниматроник самый крутой». Погнали. О, да. Офигенно, звуки все скопированы. Так, дамажить я не могу никого. Я ничего такого не могу делать. Но очень прикольно музычка играет. Так, ну что, давайте, стреляйте в меня. Проверяем, около сколько жизней. Крошка-крошка, у тебя что там? Ты что, украл дробовик с Терминатора? Очень мощный. О, такой у нас есть. Вообще крутой. А я иду, иду на работу в пиццерию. Пацанчика вмочить, Серегу убивать. А я не могу вас убивать. А ну подойдите ко мне поближе. Могу. А да на расстоянии смогу? Так, подождите, я могу от первого лица делать. Не могу, пацаны. О, Серега, этот аниматроник только вблизи бьет, прям в притирку. А со спины могу? А ну подойдите сзади. Сзади не убиваю, блин, крутой. Так, а контрол, правая кнопка мыши. Фиджи мылыны. R? Да. Пробел, правую R. кнопку мыши. Он прыгает. Да ладно. Правую кнопку мыши. Не, ничего, Серега, там же, наверное, несколько версий, их, а не один. Ну что, давайте, стреляйте. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика я поставлю всех этих NPC, и мы будем против них воевать. Ого, у него жизни. Ребята, вы, наверное, не убьете меня. Это жесть, что творится. А, не, убили. Отлично. Да, они, кстати, как NPC, очень круто бегают. Мы их в следующем ролике просто поиспользуем. Или даже, может, снимем ролик, если наберет этот ролик 5000 лайков, какой аниматроник самый быстрый. Потому что много вышло уже аниматроников. Есть что сравнивать. Кстати, Серега очень круто управляется, как и обычным пилбаком. Вообще круто. Могу зато убивать. Ну что, дамажьте. Отлично, я с него выселился, чтобы мне не замочили психи. Во, какой у нас есть красавчик. Рокстар Бонни. Ну? Так, звуки я не могу сам издавать, а он как-то все это делает, когда он сам хочет. Пробел R, правая кнопка мыши. Не-не-не, они, Серега, этого не делают. Он двигается, как будто поет на гитаре. Да. Ну давайте, фигачьте его. Нифига себе жизни, мы со всех столов выпашем. Офигеть, он мощный. Так, ну что, давайте тогда будем ставить и сразу смотреть, какие они агрессивные. Раз это... Они только, может, сегодня вышли, еще ничего в них не внедрили. Но Серега, я думаю, добавят. Как вам такой красавчик, музычка топовая, да, играет? Давай, наяривай. Ладно, давайте его фигачим. Понял. Так, что было интереснее, я им включил искусственный интеллект и уже сразу NPC-шек буду ставить. Вот такая у нас есть Чика с маракасами. Серега, как тебе? Она больная. Ее можно убить. Она больная. Больная, да? Прикольно бегает. Анимация крутая, да, сделана, Серега? Такая, ну, то есть не деревянная. Когда вы бежите с одним ходом, можно бы не хопить и убегать. Хорошо, давайте дальше. У нас есть Чика Пати. А, не просто есть два вида. Одна музыку издает, а другие бегают и дамажат. Одна дружелюбная, а другая это злая. Фигачьте ее. Пусть Санек, ну аккуратней. Серега, я за тебя отомстил. Рокстар Фокси. Опа, сразу побежал, сразу. Кстати, они какие-то быстрые, да, в этом паке? NPC-шек. Или так и должно быть? Так и должно быть. Все задумано. Эй, отвали. Смотрите, ребята, я могу от него убегать на изично. Все, что надо взять... Смотри, Серега, смотри! А я катаюсь и гуляю с Фокси. Ультима. Ничего, Серега, ничего. Обстоятельства. Побежал. Блин, представьте, что в конце ролика будет, когда они все будут против нас.
Ого! У нас тут уже с РСМ-2 оружка пошла. Мы его, может, не убьем, пацаны, или сможем убить? Давай, попробуем. Надо, может, Серега, миниган брать? Дробовик тоже, я монетку попробую. О! Точно! У нас же есть монетка. Или давайте петуха. Не, петух, наверное, читерский. Да, это я проверил, да. Петух читерский против него, поэтому мы не будем дамажить. Rockstar Foxy Party. Просто стоит, музыку делает. Да? Хорошо. Сейчас мы его забьем. Что у нас тут есть? Мы, может, эта ружка вселяться можно? А нет, нельзя, другой пак. О-о-о-о. Серега, отойди! Ребята, кто из наших олдскульных подписчиков и кто смотрит нас, кто помнит оружие, черное очко? Мы его наконец-то добавили опять в нашу коллекцию и... Черное очко в действии! Как вы думаете, убьет? Еще раз стойте. Надо в голову целиться этим очком. Давай. Эй, ба... Голимая башка! Серега, ты показал, как надо. Будем, короче, тестить. Сначала очко черное. А потом уже будем Серегина монетку. Rockstar Freddy. Эй, псих! Ого, у меня прописано. Видели, как я подпрыгнул? Это прям сильно было. Страх, я понял, ты обидел. Дамажьте, дамажьте, дамажьте. Кстати, он очень быстрый, да? Да, он быстрее, чем. Он не знает, за кем бежать, то за тем, смотрите. Эй, придурок, я здесь. Придурок! Серега, прощай. Давайте попробуем заморозить его. Короче, сейчас беру оружие, замораживающие пули. Не, Дим, это на него не работает. Не работает, да? Давай, монет. Попробуйте админский пистолет. Не, ну админский пистолет по-любому его убьет. Ай. Не, Серега, наверное, монетка тоже читерская против них. Она же 7000 выносит. 7000? Да, она сразу их дамажит. Надо что-то другое оружие, какое-то попроще, чтобы было интереснее. Rockstar Freddy Party. Просто лупашит музыку. А, игроки тоже не замораживаются. А чего? О, Серега, я знаю, как проверить. А ну-ка, отойдите от него. Правильно гранату кинул, Дим, смотри. Смотри, сейчас. О! Так. Не, не Серега не хочет. Нифига себе у него жизни. Вот это мы его фигачим, смотрите. Ого! Вот это носорожка есть. Пацаны, не подходите к нему. Смотрите, 3, 2, 1. Офигенная оружка. Да. Следующая у нас Crybaby. Это прям жестко будет, сразу говорю. Я ее подальше поставлю. Это ж психичка. Полетела. Эй. Блин, прикольная оружка. Зрители как взрывается мощно. Серега, помоги. А. Интересно, она сюда зайдет? А! Мама! Блин, она очень умная, пацаны. Она прям хорошо ориентируется в карте. Вот зараза, а! Димас, я походу с тобой, она тебя убивает, а она меня убивает. Сейчас я ее зафигачу. Серега, она мощная, да, какая-то? Да. Эй, я вспомнил, мне надо кое-куда. А, блин, на нее сам напрыгнул, ты идиот. Прикольно. Да отвали, психичка. Блин, она прям какая-то читерская, да? Хорошо. Ну, я сейчас все равно в конце ролика поставлю. Скраб-трап. Да, о, скрипучий дурачок. Не, вы его так, пацаны, наверное, не убьете. Ну, прикольно, да, гоняется? Да. Так, надо оружие, именно, знаете, миниган надо. Вот что надо. Серию СМ-2 или пригвождатель. Короче, пацаны, тест. Пригвождает лица они. Серега, они пригвождаются.
Я замерз, это у нас вакханалия. Ребята, кто хочет с нами записывать ролик, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать. Ого, в этом мы устроили раскую жизнь. А чем он в воздух стреляет? Его же там давно нет, а мы стреляем. Я говорю, вы его убили, а вы стреляете. Ну мы же психи. Короче, Серега, твой любимый аниматроник. А что? Ну, еще раз? Нет. Вы ее быстро очень убили. Не подходи ко мне. Не воняет говно. А, я и пригвоздил, значит. Так, ну и что? Другая папит. Дружелюбная. Да, мне кажется, не дружелюбная она. А, да, дружелюбная, неплохо. Я ей насыпал пригвождателем. Ну и как вам Балора? Пойдет? Мне кажется, они же очень мощные эти. Ого, и гори. Убили, убили. Циркус Бэйби. О, пошла, пошла, пошла. Неплохо бегает она. Постоянно в бегу. Я думал, будет просто ходить. Так, успокойся. Нет. Я тебя сейчас пригвоздил. Все, я пригвоздил. А, нет, у меня пригвождатель не работает. Стреляйте. А, нет, ее тянет к стене. Тихо, тихо, не стреляйте, не стреляйте, психи. Распятие Балоры. Ой, распятие Бэйби. Вот это мы ее лупашим. Жестко. Ай-яй-яй. Убил. Извините, тоже там кого-то убил. Ну что, последний аниматроник. А нет, еще два. Три даже. Эннард. Пошел, 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 псих. Отвали, тварь. Я тебя боюсь. Лупашим, лупашим его. Подумал, подумал и решил дальше фигачить пацанов. Неплохо, неплохо. Мы, наверное, так не убьем, я так понимаю. Жесткий, жесткий аниматроник, ребята, очень жесткий. А, вы же помните, что у него прям там под миллион жизней? Да. Fine time. А, кстати, Серега, а ну возьми-ка монетку. Сейчас. Ой! Вот это молодец. Взял? Серег. Да. Давай, Серега, я сейчас отключу им. Фигач монетка его. Где он? А, все, вижу. Кто поджег? Эксперимент. Возьмет ли монетка 7 тысяч жизни? Значит, Серега, у них как и у всех, наверное. Fine time, Foxy. А, теперь пошел. Ха, это была обманочка. Ой-ой-ой, пердак горит. Ого, кто-то с пулемета. Кстати, прикольная идея с пулеметика. Строчи, строчи, строчи по нему. Серега, он сзади. Пистолетика. Такое свежее оружие очень. Управляемая ракета. Она что, она откисла. Понял. Ну что, готовы? Fine time, Фредди. Побежал, побежал, псих. А чё врачи в меня сразу? Вон куча пацанов. О, молодец. Молодец. Нифига себе. Ого. Серега, ты псих какой-то. Чё это за оружие у тебя такое? А ты посмотри. А, я её использовал в тех роликах, помню эту пушку. Ребята, вы готовы войну увидеть? Да. Так, для начала я им отключу искусственный интеллект, а потом резко всех включу. Готовы? Прячьтесь, сразу можете прятаться по всей карте. Но они вас все равно убьют. 3, 2, 1. Битва началась. Ого, смотрите, что творится. Такого еще в канале не делали, с двух паков не ставили. Кстати, очень оптимизированный пак. Так, интересно, они забегут ко мне сюда? Так, а я тогда спрыгну. Я понял, я понял. Пришел, пришел, пришел. Ё-моё, бегите!
Отлично, отлично. Так, там чайка. Дима, они тут были, у стенки некоторые застряли. Ну ничего, ничего, то они морозятся. Потом придут и завалят. Ой-ой-ой, туда лучше не бежать. О-о-о, Серега, пси. Ничего, ничего, ничего. Так, давайте сделаем красоту. Взрывать ничего не буду, сразу говорю, просто красиво их поубиваю. Хочу повоевать, Серега. Сегодня у нас красивая война. Вот такой... Война? Война, да. С аниматрониками. Ну что, девы? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Беги, сейчас умру! Вот это тут дырок сколько остается на карте. А где они все? А мы их убили. Молодцы. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр, Фликс Тубро. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Здрасте. Сегодня мы играем на очень классной карте FNAF 1 и будем смотреть новых аниматроников, которые мы скачали, и вышли они сегодня. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас рубрика «Какой аниматроник самый крутой?». Ну что, Бульбазавр, ты готов? Давай, начнем с первого, Балун Бой. Hello. Че он может, просто болтать? Так. А покажи, как он бегает, давай, потому что писали в комментариях, что мы не проверяем ихнюю скорость. Я считаю, что это да, по-честному. Ты считаешь, что это нормальная скорость для балунбоя? Это какой-то летчик. Ты быстрее Феррари, самой последней модели. Нифига себе, псих. А ты можешь ставать невидимый? Ты можешь ставать видимый? Ты можешь телепортироваться? Кстати, очень крутой пилпак, и я его уже добавил в коллекцию. Так что все ссылочки в описании, так как все находится в нашем дискорде. Чё, всё? А ну замочи меня, есть скример? Нет, он смеётся. Не у вас скримера? Нету скримера. А, и пропад... Ой, не зацикливается, вот это мне нравится. Так, давай следующего у нас. Кто у нас там идет? Это Мангл. Ну почему-то я даже перезагрузал Гаррис мод, и все равно она эма текстурки. Звуки издает? Издает. Может, ее еще не доделали, так как этот пилпак вышел сегодня. Может, он еще не допиленный. Поэтому, возможно, что все сделают. Надо немножко подождать. И все. Нормально бегает. Может, у них у всех скорость одинаковая? Давай, мочи меня. Ты не убиваешь меня. Ее не доделали. Хорошо, давай следующий. Той Бонни. Стоп-сон, давайте, пацаны, пропишу. А, у нее пропадает. Хороший пилпак. Так. Так. Звуки издает, которые мне нравятся. А ну погоди, будет звук, как FNAF Co-op звук? А, нету. Слышь, ты как лунатик. Так руки вниз опущены и ходят. Точно, а так руки вперед, да. Так. Че еще? Все? Невидимый можешь? А скорость? Ну да, медленнее. Я думал, все одинаково будут. А ну давай, мочи. На, по башке прописал. Классно. Так, у нас Той Чика. Кстати, жизни всегда видно. 10 тысяч жизней, нормально. А что она так делает? Я не знаю. Эй, а что? Это ты Ctrl нажимаешь? Да. Ты, кстати, даже не ровно стоишь, а немножечко наискосок. Их вот, знаешь, не доделали, реально, еще надо доделать. Но уже мы смотрим бета-версия. Пре-альфа. Так, невидимый. Ты пэхаешься, скорость. Средняя. Мочи. Нормале, пойдет. Так, Той Фредди. О, кстати, у него очень прикольная анимация сделана. Обратите внимание. Это что ты нажал? Control. Да, не допилена. А, она пробила, что он делает? О. А ну-ка, бег, покажи его. Ему... А чё он так руки назад делает? Это из Наруто, да? Отсылка. Да-да-да, бегает прикольно. Странно, странно. Из-за того, что скорость большая, руки назад отгибаются. Мочи меня. Так, ребята, мы для вас еще приготовили очень классный пилпак. Это
Fight Nights at Freddy's 2 Pillpack Redux. Здесь очень крутые анимации. Они обновились вчера и там что-то, короче, стали больше весить. Давайте посмотрим, почему же. А, вот почему же. Потому что, наверное, мы на них обзор ни разу и не делали. Очень круто смотрится. Бульбазавр, это реально крутые аниматроники. Одни из самых лучших. Даже обратите внимание, как вот уши повторяют анимацию за ним. Типа они тяжелые, большие. А ну на Ctrl. А, пробел. А, я слышал звук. А ну, как он бегает? Ух ты, ё-моё. С банджой. Ладно, давай. А невидимый можешь вставать? Все, мочи меня. О, только хотел сказать, банджи по голове сейчас даст, и он так и сделал. Интуиция, как всегда. Прикольно, ну вот видите теперь, что у нас. Не пропадает скример. Почему мы на этот пилпак не делали обзор? Или может он добавился вместе с этим, почему он так много и весит, да? Ой, крутая Чика. Чё она может? Мочи. Не мочи. Побежала. И все? О! Чпоньга, если бы человек как чпоньг делала, было прикольно. Мочи! Классная аниматушка. Но зависает почему-то. Ой, у меня тут все это в пене. Так, следующий у нас Фокси. Universal. Чё он может? Ковыряться своим крючком. Глаз открывается. Ну-ка, скорость. Он должен очень быстро бегать. Ух ты. Ну, так себе обычно. Давай, мочи меня. Мы должны всех успеть показать. Прикольный. Просто круто сделано. Фредди. Воу, прикольно. Где твоя шляпа? Ты как ее так снял? Она телепортируется, что ли? А, он ее снимает. А потом она телепортируется наверх. Через спину. Ну еще раз сделай, я на спину буду смотреть. Так. Ну просто телепортируется. Классный скример будет сейчас, наверное. Так, побежал. Задом бегаешь. Давай, мочи меня. Класс. Скримеры — это самая сильная часть тоже в этих пилпаках. Так, Golden Freddy, да? Ты летаешь? Да ладно. Это на Ctrl. Офигеть. А ну звуки издаешь? Нет. А ну быстро можешь бегать? Ого, ты летаешь, а не бегаешь. Вот это скорость. Так, давай, мочи меня. Ух ты! Классный скримачок. Кстати, валишь только меня, да? Вокруг пацанов не валишь. Ой, вообще классный. Поломанный Визард Бонни. Металлическая рука. Терминатор отдыхает в сторонке. Провода висят. О, он может ползать? Да. Так, классно, что у нас есть он в коллекции. Я рады. Пилпак офигительный. Один из самых лучших теперь у нас. Так, давай, мочи меня. Псих. Да, кстати, очень круто сделано. Всех убил. Псих? Да нет, у них куча хп. Так. Визрет Чика. Ой, там кто-то упал. Чё, и всё? Звуки. Видимо, этот пак не может. Да, вообще звуки не сдаёт. Ну, а ну, звук есть, когда ты бегаешь? Будет звук ходьбы? А, есть. Жалко. Ну, обычный стандартный гаррисмодовский, да? Жалко. Ну, давай, мочи. Классные скримеры. Дальше продолжаем. У нас Визрет Фокси. А ну-ка, давай, скорость покажи. Там кто-то написал в комментариях, что очень быстрый. Ну да, так и есть. Эй, ты чё прыгаешь, сальтухи делаешь? Давай, покажи скримачок. Ух ты, а ну. Это на Ctrl? А на прыжок. Ты можешь, получается, прыгнуть в воздухе, да? Да. Оп.
Офигеть. Надо, короче, записать, какой аниматроники, короче, пугают охранника будет. Давай, мочи. Крутецкий. Продолжаем дальше. У нас идет Визрит Фредди. Ребята, вы потом же не забудьте написать в комментариях, какой больше всех аниматроник вам понравился с этих двух пилпаков. Ого, вообще просто бах и упал. Эй, мужик, вставай, Иржа, на работу. Чё еще? Все? Ух, прикольно. Не хватает реально издавания звуков. Мочи меня. Ого. Ой, на белом фоне, вообще круто. Так, кто у нас там следующий? Классная анимашка, да? Голова сначала подлетает, нет? Эй, голова! Офигеть, это лучшее, что я видел из аниматроников. По крайней мере, голова так, анимация плавно сделана. Смотрите, а потом голова раз, раз. Офигеть. Смотри, что с рукой? Классная анимация у него. Это последний, да, аниматроник? Давай, мочи меня. А, нету скримера, представляешь? О, жаль. Было бы прикольно, да. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Бульбазавр, Фонтан, Стаканчик. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, как и обещали, и вы все писали в комментариях, какой Фокси самый крутой. У нас нашло очень много результатов, 42 штуки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы делаем обзор, какой Фокси самый крутой. Так, первый у нас Фокси, Friendly Фокси, самый обычный. Я отключил NPC мозги, чтобы они нас не дамажили, потому что это какие-то психи. Хостел Фокси. Так, подождите, пацанчики. Их будет очень много, поэтому все влезут. Это тоже у нас такой добрый. Ignited Фокси. Пошел, пошел, пошел. Куда пошел? А я же отключил, смотрите, я отключил мозги, и они все равно ходят. Ну, видимо, у них свое настроение. Nightmare Фокси. Воу, смотрите, какой страшный. Вот это прикол. Мне нравится он. А можно им поуправлять? У нас же есть там определенный мод, который можно управлять NPC-шками. Так что попробуем. Следующий у нас, который я только что поставил. Рунинг Фокси. Бегущий Фокси, смотрите. Честно, аж испугался, что он сейчас прыгнет на кого-то из вас. Но не надо его трогать. Он псих. Ты видишь, как он орёт? Во, он так какие-то звуки страшные издает. Очково. Следующий у нас. ФН Фокси. Это очень страшный он. Странный. Игрушечный, да. Так. Грин Фокси. Воу, смотрите, прикольный, да? У вас тоже он такими белыми полосками, да? О, песенки поют. Пусть будет. Ля-ля-ля-ля-ля. Следующий у нас Фокси Плюш. Олд Фокси. Давайте я возьму стенд-пост. Мне же не надо брать их. Стенд-пост. О, вот так вот. Пусть болтает. Тоже прикольные звуки издает. Пацаны бегают в шоке. Фокси Хэд. У вас тоже она эрорная? Да. Почему так? О, можно так и должно быть. Фокси Плюш был. Олд Фокси. Воу, смотрите, как он пошарпанный весь, грязный, страшный. А их уже тут два. Ну, немножечко они разные совсем. А, ну да, видно. Невооруженным глазом. Фокси Плайерс. Ага, это, наверное, моделька, да? Привет. О, управлять есть. А, это, наверное, не то. Это просто управлять как текстуркой. Так, что у нас дальше? Nightmare Фокси. Прикольный, да, челик? Такой как горбатый, что ли. А тут песенки поет себе, не переставая. Во, это как-то у нас... Ти-джок Фокси, странный какой-то. Олд Фокси. Эй, ты куда на шпагат садишься? Классный. Очень крутой.
Flight Phantom Foxy. Да, это такой вот, в принципе, они похожи с этим, ну, разные цвета. Ну да. Более поломанный. Более старый, пошарпанный. Какие-то странные буквы Фокси. Ну, там самый обычный. Nightmare Фокси. Тоже прикольный. Глаза светятся у него. Угу. Те такие более добрые хлопцы. Так. Фокси просто. А. Челепиздрик маленький. Так, Фокси 02. Эй, не падай, Фокси! Держи его, держи, держи! Ну что ты как бухой? Так. Фокси Нью. Все не лежит такой именно и смотрит на нас. Пригнулся. О, это что у нас? Сцена Фокси? Ни финта себе. Эй, пацаны, отойдите осторожно. Падай, сцена. Ладно, пусть лежат. Или давайте попробуем поставить. Пусть уже все стоят. И болтает, смотрите на него. Так. Ой, пьяный Фокси. Так, как убрать звуки? Прописывайте стоп саунд. И звуки убираются. Хоп, и нету. Красота. Бульбазавр умер. Тебя Фокси убил? О, смотри, какой прикольный. Repair Фокси. Классяк? Да. Такой именно стоит деловой. Че тебе надо у меня дома? Ага. Ты, короче, если подлететь и посмотреть на его голову сверху, похож на обезьяну. Да? Фокси обезьяна. Так, так как уже там все занято, давайте будем ставить на сцене. Так, Фантом Фокси. Смотри, вот это вообще жердяевский. Поломатый. Фантайм Фокси какой-то другой. Ой, это манго. Так, этот уже был? Был. Песенки поет нам Фокси всю серию. О. Это у нас Фокси просто. Знаете, что мы в конце обзора делаем? Я включу NPC, они за нами побегут. Так что готовьтесь. Да, 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 да. Все любят такое, и я люблю. Да. Repair Фокси. О, вот такой, знаете, более самый стандарт. Мне он нравится. Зубы вставные желтые. Ну а что ж. Как бывает. Так, Stand Фокси. Голова просто. А, это та иерорка, только... Да-да-да-да-да, той Фокси. Эй, кабан. Давайте его на улице поставим, посмотрим. Давай. Раз он такой великашка. Ого. Ты че здоровый такой? Представьте, так ним управлять. Я аниматроником. Самый прикольный, здоровенный. Пусть стоит здесь на улице. Может, еще будут большие какие-то, там мы там уже поставим возле него. Так, следующий у нас руки какие-то от Фокси. Примеряйте. Комбайн Фокси. Так, где наша стенд-пози? Чпоньк. Красава. Так, Фокси просто. Я не знаю, чем они отличаются, но чем-то, наверное, отличаются. Видишь, они размером. Размером, да? Да-да-да, манюсенький челепиздрик. Так, Rebel Фокси. Эй, так ты одинаковый, что ты? Фонтан, отойди, а то я тебя сейчас убью случайно. Так, Фокси Зе Пират. О, так ты знаешь, что... А кто тебя убил? Тебя... А, ну пусть убивает. Игнайт Фокси. Эй, стой, мужик. Мы же договаривались, что ты отключенный мозг. Дурачок, что ли, с детства? Тихонько, мужики, ну. Орете на всю карту. Опять бежит, смотри. Найтмэры Фокси. Это NPC, боже, они сейчас за нами все побегут, это будет жопа. Так, и еще Найтмэры Фокси. Ребята, напишите в комментариях, какой больше всех вам Фокси понравился. И еще напишите в комментах, какого следующего аниматроника нам сделать обзор. Ну что, пацаны, надеюсь, мы сейчас сделаем очень эпический. Я рекомендую вам выбежать на улицу. Прям жестко рекомендую это сделать. И я включаю им мозг.
Вы готовы? Я тоже. Нет. Погнали. Сзади. Я живой. Ха-ха-ха. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик, ролики выходят. Каждый день стараемся записать какие-то очень необыкновенные рубрики. А, ты думаешь, что это типа как статуя 173? Он за мной! Да что ты? Смотри! Опа! А я веду за собой... Ой, аниматроника! Эй, тихо, легче, легче. А кто там бежит? А можно за угол сбежать? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Крошка, Крошка Фантом, Арекс, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Классные слова. Сегодня у нас очень классная рубрика, какой аниматроник самый крутой, потому что мы скачали новый пилпак, FNAF 4, пилпак ремастерит. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем делать на него обзор. Ну что, пацаны, давайте начнем с первого. Фредди 01. Так, кстати, вы обратили внимание, что они очень маленькие, даже меньше плюш-трапа. Кстати, у вас камера очень далеко у них? Нет, вообще. И вообще, ничего не видно. Давайте я тоже буду брать, чтобы было видно. Смотрите, как сделано, просто очень далеко. А ну-ка, что он может? Он может тпхаться, он может издавать конченые звуки, он может садиться на... А ну я могу? Ой, я могу камеру ближе сделать, у меня забиндена кнопка. И что? А ну-ка, замочите меня. Всех мочек, но меня нет. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Надо запилить нам кнопку Stop Sound, потому что я вижу, что-то не клеится у нас. Так, давайте следующего. Фредди 02. Кстати, такие названия простые. 02, 03, 04. Газовая служба. Внешний вид меняется и все. А что они умеют? Давайте я тоже буду брать. Я могу создавать такие же конченые звуки. Я могу тпхаться, фиг знает куда. Я могу невидимым вставать. Да, по идее, все. Я могу мочить плагина. Мочите меня тоже. О! Так, скримеров нету у них, я заметил это сразу, поэтому мы смотрим Фредди 03. Что, такой же самый... А чем они отличаются? Поломаны. А, там типа кусок жопы нету. Все сходит. Мочите меня. Потому что это реально какие-то неинтересные аниматроники. Да, они классные. А, давайте, может, их в следующий раз используем в прятках? Или это, мне кажется, читерский будет совсем. Слышь, можно взять в прятки и еще и невидимым стать. Все, давайте, мочите меня. Ого, вы психи. А, следующий у нас кошмарный... Балунбой. А чем отличается от того, что у нас уже есть? Ничем, да, пацаны, вообще? Создает такие же звуки. А, у него 100 тысяч жизней. Это какой-то вообще читерский чили-пиздрик. А что он еще может? Невидимый может вставать. Я могу тпхаться в потолок? Я могу тпхаться в потолок. Я могу лететь вниз. Невидимый. Нет, невидимый не могу. Ого, подсрачник. Мочите меня. О, так ты меня не можешь убить им сразу. Ого, 100 тысяч жизней сразу так не снять. Ну все, ладно. Да все, успокойтесь, психи, что вы как я. Я тоже так хочу делать. Так, следующий у нас Nightmare Bonnie. Это получается кошмарный Бонька. Я могу ставать невидимый, я могу ставать видимый. А что они на контр? Могли сделать, ну, на контр нажимаешь и анимация лазанья. А, он типа на подкрадулях, типа медленно идет. А, ну его все равно слышно. А... Есть? А ну давайте, мочите меня. О, ребята, вот уже пошли скримеры, и мне это очень нравится. Потому что скримеры это все. Они делают очень классный эффект пугания. Кексики. А следующий у нас капкейк с кошмарным. Кошмарный кекс. А у нас, знаете, еще есть капкейк, он там звуки издает, телиньканья, когда прыгает. Да. Это помню. Медленный очень. А ну, а, кстати, на shift быстрее прыгает. О, воу, прикольный скример. Мне нравится. Может еще невидимым быть. Бейте меня. Он невидимый может вставать? Да. А ну-ка. Они все могут так делать. Да, получается этот пилпак весь невидимый может вставать. Зато медленный. Очень медленный. А я могу тебя убивать? Могу. Ой, и могу тебя убивать.
Хорошо, где хорошо. Монстр мочит? Ну ты псих, что ли, как я? Так, следующее у нас Nightmare Fox. Кошмарный Фокси. Кстати, очень быстро, обратите внимание. Можно снять какой аниматроник самый быстрый? Не знаю, посмотрим. Если будет несколько тысяч лайков, сразу снимаем эту рубрику классную. Так, невидимый. А, ты пэхаться можешь, да? В потолок. Ой, класс, класс. Лечу со всей силы. На шифте красиво ходит. А, шифт тут, ну что, он просто быстро бегает. Красиво Контрол. Ходит. Контрол ходит, медленно ходит. Ну, тоже красиво. Ну, такой себе, прикольный. Так, скример у него есть. И мочит очень хорошо. Так, постобработка. Так, следующий у нас идет Фредди кошмарный. Он быстро бегает. Он быстро исчезает. Он быстро ничего не делает. Ну, при себе, у них точно такие же свойства, только отличаются здоровьем и скоростью, скорее всего. Анимация ходьбы немножко изменена. Скорость изменена. У вас тоже эрорные глаза у него? Да. Да. Музыку можно пробегать. О, кстати, да, музыку можно сделать. Конченая. Вот эрор. Это кошмарит. В глазах эрорки были немножечко. Какие, блин, звуки. У меня нет. Так, стоп-сон, пацаны, прописывайте, потому что они очень жесткие. Так, а следующая у нас марионетка. Кстати, она такая имбовая. Да, у них, кстати, какие длинные пальцы. И когтяшки. Как всегда, невидимость, ТП-хаться. И чё-то мало жизни. Разработчики обидели. Пилпак 8500 всего. А у Балунбоя 100 тысяч. Да, логика в этом есть. И в этом логика тоже есть. Ха-ха, красиво мочканул. Молодец, молодец. Нежданчик. Ну, ты как я, что ли? Так, следующее у нас... Плюш-трап. А, так само, может вставать невидимый, может приседать. А, может телепортироваться. Ну, норм. Все? Ничего больше не может? А звуки? Нет никаких звуков. А ну, мочите меня. Так, какой-то скучный очень этот аниматроник. Ну, мы лучше, да, пацаны, пилпаки рассматривали? Так, давайте мы еще рассмотрим пилпак, который мы реально не смотрели, но мы его скачали. А, Rebranded Wizards. О, кстати, тут аниматроники, мне кажется, более проработанные, да, пацаны? О, на правую кнопку мыши можно ускориться. Видели? А, он зацикливается и все. А ну еще раз. Ого, скорость. Да, вот это прикольный, кстати, это пилпак. Это как будто какой-то рывок, знаешь? Ну да. А че я тебя не могу убивать? Я тебя убить не могу. А я могу тебя убить. А, он бьет только в притирку. Во, отлично. Да, кстати, мы можем этот пилпак использовать для полноценных пряток. Так, что у нас еще есть? А... Этот начальный, он выключенный. Он вот, блин, надо встать они... на R. R, а они... R, R. О, просто... кстати, да, это же двухрежимный. А, я тоже могу всех мочить. Ой, вы психи. Так, стоп-соун. Вообще просто ненормальная. А у меня Чика есть еще вот такая крутая. О, анимация просто крутая, пацаны. Так. А, не повторяется, это злой и добрый режим. Хорошо, давайте мы еще этот проверим. Пойдем, мы сейчас сделаем эпик в конце. Вы психи ненормальные, как и я. А у него уже массовая атака. Ух ты. Слушай. Пацаны, знаете что? А, возьмите с этого пилпака четвертого, который мы только что смотрели, возьмите всех разных аниматроников. И сейчас мы посмотрим, кто же выдержит мощный взрыв, но не ядерный. Вся, которую мы выделим? А, да, 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 да. Так, что мы можем скинуть? Я вам сейчас скину что-то. На голову. Вы готовы? Давай, жги. Жгите, говорите, хорошо.
Все, это, кстати, бомбы, они не. Идите под бомбы прям, не ссыте. Я так старо сделал. Ой-ой-ой. Выжил кто-то? Нет. Даже у кого 100 тысяч не выжил? Да ладно. Да. Хорошо, давайте мы и скинем. 28 тысяч. Ребята, все для вас. Чтобы было эпично. А я улетаю. Ух ты. Они тоже много наносят. Ух ты. Это бомба, которая сбрасывает самолеты. Нормально. Хорошо, давайте мы в конце все-таки сделаем эпик. Я сейчас скину ядерную бомбу и успею взять пилпак какого-то. У кого у нас тут 100 тысяч? Вот, мы возьмем плюш трапа. Entity. Балун бой, да, я так и возьму его сейчас. И всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы играем очень классную игру Гаррис Мод. И как и обещали, 100 лет спустя мы записываем рубрику «Какой Фредди самый крутой?». По поисковику и по всем нашим модам я в Гаррис Моде набрал Фредди и нашел 109 результатов. Это просто нереально какое-то количество. Поэтому мы не будем много болтать, будем сразу. Погнали, Серега, если ты знаешь, называй их имена и фамилии. Фредди Фазбер, Голден Фредди. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы... Поехали. Дальше. Так. Ого, кабан. Здоровый кабан. Здоровый кабан. Очень золотой кабан. Так. Кто виноват? Игрушечный кабан. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И стараемся записать что-то необычное. Не то, что записывают обычные, как и я, люди. Такую чуть фигню не сказал, но пусть будет так. Так, это уже пошли какие-то прикольные позы, которые я что-то не использовал в превьюшках. Сейчас, наверное, что-то мы найдем новенькое. Так, какая-то музыка играла. Вообще на Big City постоянно какие-то музыки играют. А, менты. Большой город. Большой город, да. Менты, пожарные. Поехали. Давай, Серега. Кабан. Кошмарный кабан. Спящий кабан. Еще один золотой спящий. Ой. Золотой кабан. Игрушечный кабан, мелкий кабан, фиолетовый кабан. Шатающийся кабан, да? Не, ну Серега, так ты, конечно, профессионал по ФНАФ, а если реально? Не, нереально. Маста, а что это? А что это? Это же не Фредди. Кто это? Все Фредди по поисковику? Фредди. Кстати, да. Ну поиск нашел Фредди, поэтому лупашил. Кстати, ты знаешь, что еще? А, ну да, это же все равно. А что нашло его как Фредди? Это что у нас? А, ну да, Молтен Фредди, все правильно. Фредди. Смотри, это тоже какая-то там Фредюхина. Ну нет, она не похожа сильно. Так. Чпоньк. Я не знаю, что это, но пусть будет. Ой, валяющийся кабан. Ого, их сколько сейчас тут будет. Мне нравится, когда их роняешь, они садятся на шпагат. Продолжаем. Не останавливаемся. У нас очень много штук. Надо поставить. Так, Серега, ты их ставишь, да? Да, так вот еще будем тут ставить. Придется заполонить всю карту. Так, ребята, я вот пока ставлю. Там даже можно успеть прочитать надписи. Напишите в комментариях, какой же больше Фредди всем понравился. А, и вопрос от подписчиков, который вы можете теперь задавать в комментариях. Я буду их говорить в ролике, и вы будете на них отвечать. Первый комментарий, который задал нам подписчик. Какой самый первый аниматроник появился? Серега, ну ты видишь, что они все одинаковые. Чем они отличаются? А, у них разные какие-то эмоции немножечко. Голдены, вонючие. Это пахучий. Это лежачий, сидячий. Головый, блин. Ой, провалился. Эй, ну что ты? Ну больше не надо так кушать много, валяйся. Странно они себя ведут. Тут, наверное, полы провалены. Не устанавливаемся. Ого, я их уже сколько поставил. Это жесть. Давайте вот тут будем ставить. По кругу. Это просто жесть. Так, самое интересное, я буду, в принципе, говорить, как их зовут. Рэпер Фредди. Ну, прикольно же, челик. Ой, тут, эти крякает какой-то аниматроник. Странно, какой же это Фредди? Не, Серега, это же не Фредди. Фантайм Фредди, вот это по-честному. Да, вот это разновидность не Фредди сколько. Кто бы знал? Ребята, ладно, придумывали?
Это просто один аниматроник на этом крутом игровом автомате. Даже вот такой вот есть, более серьезный. Теперь, знаете, вот так вот сейчас посмотришь, и уже я не знаю, какой из них оригинальный. Ну, давайте проверим одно, убьет мне или нет. Ох, слава богу, немножечко испугался. Продолжаем, не останавливаемся. Такая разновидность Фреддика некоторая. Очень большая, я даже не ожидал. Кстати, я вообще хотел записать другую рубрику, а благодаря Сереге я ее резко изменил, и мы записали эту. Я считаю, что она довольно достойна для того, чтобы ее записать. Качий Фредди, блин. Ну? Какой Фредди самый крутой? Даже вот этот очень толстопуз. Телепузики, кажут, бывай. Так, что ты такой? Карапуз. Карапуз, да. Опять кто-то крякает? Да, из-за аниматроника. Ой, у него голова болит. Что-то с ним случилось. Фейспам делает. Да-да. Ой, руки. Рукёшки, Фредди. Так, валяющийся Фредди. Прикольно. О, может в конце взорвем какую-то бомбу? Какую-то такую бы бомбу, чтоб отталкивала, а не, допустим, не сильно не дамажила, но... Есть такие у нас? Такой нету. Ну, придется Сережка найти. Чё, ты успеваешь? Кстати, Серега использует штуковину, называется стенд-пост, которую я использую для превьюшек. Я беру рэгдолл, выстреливаю, а потом уже можно отдельно физганом, так как он зафриженный, все менять ему. И даже использую другие штуки разные для эмоций. Или даже можно голову уменьшить, увеличить. Там жопу ему анимацию сделать. Да. Продолжаем. Я уже не знаю, я уже запутался, какие ставил, какие не ставил. Что это вообще такое? Это руки были, руки. Такой вот есть телепузик. Ого. Так, что ты... Заметь, Димас, ой. Они... У них вечно какие-то разные позы. То Т-поза, то... Мэ, то Лэ. Т-Т. Представьте, если бы мы взяли карту и просто бы поставили все их в один ряд. Вот это было бы жесть. Какое бы можно было... Не знаю, километра было бы. Поехали. Маска-невидимка. Удалил какого-то. Давайте опять поставим, потому что маска невидимая. Такой вот есть. Сидячий додик. О, Серега, знаешь, что мы сделаем? Что? Мы этот NPC потом возьмем и включим, чтобы они все за нами побежали. Прикольно будет? А тут, кстати, достаточно NPC. Да, я знаю. Так, этого додика я не знаю, ставил или нет. Красавчик. Вот такой вот даже есть, сидячий в воздухе. Ого. Смеется над нами. Смешно, да? Так, Серега, последний. Все. Давайте сюда поставим. Да, 109 штук. Давай учитывать, что некоторые предметы там чикали, относились не к нему и еще что-то. 105 Фредди. Ребята, для вас мы поставили их всех. Давайте в комментариях вы ответите на тот вопрос и можете написать, какого аниматроника следующего сделать вот таким вот способом. Если было бы намного меньше, мы бы, наверное, бы сделали конкретный обзор, но их очень много, просто нереально. Ну что, Серега, мы будем делать? Ну я пока бомбу подготовлю. Не, давай сначала я включу, чтобы они побежали. Давай, иди. Ну, давай. Давай, отбегай. Только вот не ссы, пожалуйста, как я. Потому что я уже боюсь. Не бойся, я сам боюсь. Ой, лагает. Ого, не за тобой, Серега, мне тебя очень жаль, искренне. Ух ты. Ой, ё-моё. Это ж... у меня ноуклей вырубился, наконец-то. Ты слышишь этот звук? Всё, я тикаю. А, Димас, за мной телепортируются засранцы. Раз, два, три. Давай, короче, я убираю, у меня лагает немножечко. Во, отлично. Меня съели. Ой, Серега, что, убивают все равно? Все, да. отключил. Давай, бомбу им. Пахать? Да, фигачим бомбу. Ты смотри на них, понаплаждались. Маленькие мальчики. Летит бомба прям на них. Смотрю. Тикай, Димас. Ого, ты же сказал, маленькая бомба. Ну, называется Литл. Друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Приветики, омлечки. Сегодня вышел офигенный, крутой пак. Даже, скорее всего, пил-пак на аниматроников. Five Nights at Freddy's 4. Они очень крутые, переделанные и весят куча гигабайт, просто один
Пилпак. Если тебе тягушки, приятного аппетита, а мы начинаем обзор на крутых аниматроников. Погнали. Первый аниматроник у нас Coco the Cocket. Что она может? Показывай. Может ходить. Мне нравится, Серега. Гениально. Она может ходить. На правую кнопку ничего. Кстати, ребята, если вам нравятся ролики с вебкой, 5000 лайков, и следующий ролик тоже выйдет с вебкой. Если не будет 5000 лайков, вебки не будет. Все правильно. Правильно. Еще. Так, что еще она может? Побела, она будет музыку делать. Давай. Буду ее врубать. Включай, включай. Вот такие колокольчики. Вот, а ну-ка. У нее есть второй режим. Это R? Ты нажал? Да. О, прикол! Оно такие звуки прикольные издает. А ну еще. Офигеть, мне нравится. Так, 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 быстро бегать может. Это только в том режиме, в медленном режиме не может. Ну давай скример, потому что впереди много аниматроников. Так, этот скример не дает. Бедный охранник. Так, сейчас мы поставим здесь сразу спаун. А ну-ка, в обычном режиме может она скрим дать? Давай. Не, не может. Вообще не убивает в обычном режиме. Не. Так, следующий. Переходим у нас... Фазбер. Угонка, бан толстый. А ну что, он звуки издает? Так, музычка есть. А на F? Ничего. А ну включи, R. О, ты уго, ты какой-то стрёмный. Аж глаза резко открыли. А ну R. F. А ну еще? Классно говорит. Озвучка, ребята, на высоте. Так что этот ролик заслужит точно лайка и комментарий, и обязательно подписки. Давай, мочи меня. Ах, блин, я аж дернулся. Громковато, громковато. Так, следующий у нас Фреддис. Фреддис. Уго, манюсенький. Такой маленький. Такой красавчик. Кричать может. Может, у него есть другой режим какой-то, не? Ты можешь ТП-хаться, да? Уго, он шумит. Кричит. А, он может невидимым вставать. 1000 жизней, кстати, у него. Ого, так ты можешь большим вставать? Да. А на какую кнопку это ты стал? Буква R. Офигеть. Это самый лучший пилбак. Мы его, наверное, добавим все-таки в коллекцию. Снимем с ним. Аниматроники пугают охранника. Обязательно. А ну давай, за маленького замочи меня сначала. Не кусается? Не. А большой? Ого, у него скример крутой, Серега. Реально классный скример. Ой. Дима. Так. Ух ты! Блин, крутой аниматроник, крутой. Расстреливается насквозь, это очень странно. Это ты просто взял, получается... А, это все же тут маленький. Да. А ну еще поговори. На Nightmare Freddy. Офигенная озвучка, все на высоте. Так, следующий у нас Джек... О, Бонни. Ой, блин, такие здоровенные они все. Какие-то просто гигантские. Так, что он может? Побежал, очень быстро бегает. Он говорит на пробел, я разорву твою голову, как тыкву. Нифига себе. Представьте, ночь такого встретить, я бы не хотел. А ну замочи меня. Да, скримеры у них, ребята, очень крутые, поэтому рекомендую к скачиванию и обзору. Так, что следующий? Джек Очика. Да. Блин, она тоже страшная. Кстати, вообще классно сделано. Ты голову можешь перекручивать? Да. Плохо, что не знаете такого вот хруска головы там. Так, это очень стрёмное, очень. Вот. Чё, скример? Да, давай. Так, скримера не было, кстати. Просто красная штуковина такая. Так, понял. Следующий у нас... Найтмер. Блин, он крутой. Это тот, что орёт громко? Да, это он. Ребята, помните, тихо аниматроников удалили, теперь их добавили? Офигеть, я рады. Класс. Да, Серёга, ты чё, как же у меня уши полопались? Ах.
Да ну не кричи! Легче! Легче, мужик! Легче! Ты что разорался? Так, он какие-то еще может разговаривать звуки? Разговаривать звуки. Только я так могу говорить. Ну давай, скримерок. Да, скример классный, как всегда, знаете. На весь экран челюсти. Так, следующий у нас. Nightmare BB. Balloon Boy, короче, сокращенно. BB. Неужели он так разговаривает? Он же так никогда не говорил. Ну, вы привыкаете теперь. Ну, а привыкай, новый голос. Короче, ребята, Balloon Boy вырос. Как вы его гнали? Balloon Boy в старости, да? Помните этот мем? Кто смотрел ролики, которые вышли 3-4 года назад? Плюсик в чат, кто помнит этот мем. Старый Balloon Boy. Ну, он такой, знаешь, Серега, по стандарту сделан. Ничего, в принципе, нового, да? Новые фразы просто. Да-да-да-да-да. Так, это у нас ты кого взял? Nightmare Bonnie. Ну, давай, кабан. Что ты можешь? А чё ты как-то двигаешься странно? А чё ты не ходишь? Тихо-тихо-тихо, я тебя боюсь уже. А вон, на пробел нажимает, он что-то думает. Смотри. Блин, мне нравится эта озвучка. Она очень круто сделана. Он даже двигается. Да-да-да-да-да-да. Блин, да громко ходит. Как кастрюли на ноги одеты. Ну давай, мочи. Мы с этими аниматрониками еще можем взять даже этот... Угадай по части тела, например. Или по тени. Так, Nightmare Chica. Такой походняк деловой у нее. Такая дела... Ого, челюсти! А ну открой еще раз ротик, что у тебя там? Все зубы ровные, красивые. Немножко один там гнилой, но нормально. Какие-то водоросли во рту. А ну разговаривает она или нет? Она звуки не издает. А, не, издает. И все, да, чисто так как плачет. Я Чика, давай кушай, да? Да. Бон аппетит. Оу, а скример с, вроде дома с FNAF 4 на фоне, окна. Ну да, но это Nightmare. Все как положено. Nightmare Cupcake. Где ты, телепиздрик маленький? Вот он я. Так. Звуков никаких не издает, в невидимку может. Вообще никаких звуков, да, не издает? Ни пилинь-пилинь даже? Не, нема ничего. А ну-ка, мочи меня тогда. И R английская, да? Ничего не работало. Телепортация. Телепортация, я понял, я понял. Так, следующий у нас Nightmare Foxy. Это вообще крутой. Ого. Тихо, тихо, бегает, тихо. Как псих. Да-да, еще какой псих. А знаешь, такой стерео в ушах очень круто сделано. Офигенно просто. Че он еще может? Наговорил ты тут ерунды всякой. Ну-ка. Отлично. Серега, сколько у тебя жизни было у Фокси? Мне интересно. У них у всех по 10 тысяч. А, да, я вижу, я вижу. Так, это у нас Nightmare Фридбер. Фрайдбер. Фрид. Профессиональный англичанин. Это, короче, брат того крикливого, да? Да. Психа. Ох, какой ты громкий. Но Nightmare как-то пострашнее будет. Ну да, 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 да. Тот тупает еще. Ну да. А невидимый может вставать? Да. Очень круто сделано. Кстати, скример с желтого Фредбера почему-то. Это очень странно, ну ладно. Ну это желтый, по идее. Nightmare Freddy обычный. Блин, ну это когда они так стоят, у меня такое ощущение, что он готов к прыжку смертельному. И за голову цап. Да, ну мне кажется, там даже голова просто отлетит от туловища, отделится. Такой голос, знаешь, эти ребята стремноватые. Если ночью так в лесу услышишь, то все.
Куча обеспечена. Так, я понял, скримочки везде, в принципе, есть доделанные аниматроники, полноценно сделаны. Так, это ты взял у нас Nightmare Mangle. Кабаниха. Она раньше тоже у нас была, она раньше. Да, этот пилпак вообще были удалили, и вот его недавно добавили опять, я решил его записать. Ребята, обязательно 3-5 тысяч лайков для того, чтобы ролик следующий вышел с этими аниматрониками. Обязательно. Че он может? Давай, мочи. Ну так, прикольно, разговаривают. В принципе, они все могут телепортироваться, да, невидимым вставать. Что это за тыква вонючая? Что это за тыква? Пупкин? А, Пумкин, Пупкин. Ха-ха-ха! Дай-ка раз смотри, что это за телепиздриха такая. Эй, я хотел проверить, голова у тебя тыквенная, будет ли сок брызгать или нет? Скримак был или нет? Нет, не было, кстати, скримера. Ну, ясно, говно какое-то. Так, Nightmare Springtrap. Очень мне нравится этот Springtrap. Один из самых таких стрёмных. У него даже зубы на коленках и на животе. И на плечах. Тю, такой разговорчивый. Офигенная озвучка. Такое эхо даже, знаете, чувствуется, что в пиццерии как будто говорит. Кстати, скримера не было. Где есть, где нету. Но в большинстве есть. Так, следующий у нас. Nightmare... Риони... Март... Что? Nightmare Riony. Что это такое, пёрстый кожу? Нет, посмотри на руки. Нет. Кстати, это что-то новенькое, ребят, обратите внимание, у него руки перекрученные. Ты, смотри, ты раньше видел такое? Нет. Ты когда летишь, у тебя руки, да, телепаются за спиной? Да. О, что ты такое там делаешь? Блин, она крутая, знаете, что скажу? Наверное, маринетка больше всех мне нравится из этого пака. Она необычно сделана. А что это такой голос, как в Mortal Kombat каком-то? А ну что она еще может? И ноги закрученные тоже. Да. Ты что, она прикольная. И скример прикольный. Так. Есть такая буква в алфавите. Плюш, следующий да. У нас. Плюш трэп. Так, где ты? Где ты, челепиздрик маленький? Вот тут тихо, бегу. Тихо. Прикольно, да, звучит? Да, такой, знаешь, чувствуется, что аниматроник маленький такой. Ха-ха, мне нравится. Мы будем играть с тобой очень долгое время, да? Что там? Ты умрешь, я понял. Сколько фраз у него заскриптовано, ничего себе. И звук такой прикольный, как будто за веревочку тянет кто-то. Сколько звуков у него? А вот уже по кругу пошли, только сейчас. Фраз 6-7. Офигеть! Блин, мне нравится этот плюш-трап. Так. О, я помню этого челепиздрика. Это у нас Спринг Бонни, который как костяшками да. Тарахтит. У Лефти появился конкурент. Да. А я иду на работу в пиццерию. Такой походный чек у него не очень быстрый. Такой, знаете, очень похож на дружелюбного. Но это, наверное, обманчиво, да, Сережечка? Давай проверим. Ты не можешь убивать за него? Ну-ка, на букву R. О, кстати, да. Ты переключился, я видел, ты такой, знаешь, немножко как моргнул, но при этом твоя внешность не поменялась. А в этом режиме ты можешь быстро бегать? А. Просто немножко быстро шагает, но прикольно все равно сделано. Я робот-дурачок. Чок, я робот. Я должен танцевать, да? Ребята, вот таких вот 20 офигительных аниматроников на F4. Мне понравилась больше всего, конечно, марионетка. А вы можете написать в комментариях, какой аниматроник больше всем понравился вам. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и мы снимем ролики. Еще.